Лидия Русланова. Она пережила не одну бомбежку, нередко оказывалась под обстрелами, пережила немало тягот фронтовых дорог. Однако всегда приезжала к солдатам, чтобы выступить перед защитниками Родины и вдохновить их на новые победы. Лидия Русланова стала не просто истинной народной артисткой, но и самой любимой солдатской певицей. На фронт она отправилась еще в начале войны. Выступать приходилось в тяжелых условиях, на морозе и под холодным ветром. Чтобы не потерять голос, Лидия Андреевна пила стрептоцид, но никогда не жаловалась. Она делала то, что могла и умела, во имя победы. Русланова говорила, что поначалу смущалась своего яркого сарафана, который уж слишком броско смотрелся на фоне гимнастерок. Она прошла весь нелегкий путь с Красной Армией, выступив даже у стен Рейхстага. Там, собираясь исполнить знаменитую песню «Валенки», она лукаво подмигнула бойцам. А наши валенки, не подшито, старенькие, дошагали до самого Берлина.